Смотрите, какая чудо переноска. Это Capri 1 под номером артикула 39805. И в чем же ее отличительная особенность, спросите вы меня? А в том, что она сделана из переработанного пластика. Трикси с вами заодно в вопросах спасения природы. И мы также. Поэтому в следующий раз, когда вы будете покупать такую переноску вашему питомцу, а потом его нести где-то по улице, вы и он будете знать, а также и Трикси, и компания Tian Group, будут знать, что мы все вместе заботимся об окружающей среде. Посмотрите, какая она классная. Какое сочетание цветов. Этот Midnight Green цвет с таким средне и не темно, и не светло-серым. Прекрасное сочетание. Легко разбирается. Я вам покажу даже как сразу достать вот эту дверцу. Можете спокойно ее вот так разобрать. Перевернуть. И складировать дома. Так она будет занимать меньше места. Хочу вам напомнить о том, что у компании Trixie вышла целая линейка различных товаров из переработанного пластика. Вы можете все их найти в продаже, так как мы также заботимся об окружающей среде и стараемся поставлять вот такие необычные товары, которые помогают нам бороться с выбросами и загрязнением окружающей среды.